Всем приветик! Мы собираемся сейчас в город. Где там мама? Мама, привет, скажи. Мама, скажи привет! Привет, народ! Привет! В общем, мы собираемся сейчас на прогулку. Мы собираемся посмотреть Дамиру блендер. Дамиру штанишки надо посмотреть. Много чего нам надо посмотреть. Расческу нам надо по Дамиру посмотреть. Да, в общем, мы собираемся в торговый центр. Все, мы с малышом уже собрались. Да, ждем маму. Дамир у нас сегодня в своей коляске, в домашней, которая была. Такая коляска, это спасибо моему брату и его жене. Это нам по наследству досталось. Вот, мы решили ее с собой взять. Мы ее использовали дома. Она типа крутая, фирменная, все дела. Вот, но Дамирке она была еще не по сезону и на вырос. Вот, сейчас будем пробовать. Вот так вот, не в кенгурушке, будем уже в коляске, как взрослые мужики. Посмотрите вот на взрослого мужика этого. А вот и наша мама. Мамулечка. Красотулечка. Че, нормально все? Угу. Довольный мужик. Он сам так развалился. Может его опустить? Я пытался, кстати, натянуть эти, они не натягиваются, наверное. Они просто как безопасность, да? Почему не натягиваются? Ну, дальше куда? В принципе, они не должны прям. По максам сделал, да. Все, готов к приключениям. Сегодня у тебя будет насыщенный день. Сегодня мы по торговому центру будем гулять вместе. Ой, очки забыл. Да не нужны они. В общем, поехали. Что там такое? Квартировка малыша завершена. Смена караула. Хватит на них. Кстати, он крутится. Да, потому что ты освободил вот эти штуки. Ну да. Так это вообще хорошо. То есть тебе нравится? Мне нравится. Ну, это самое главное. Это вред. Но мне не нравится. Побыстрее хочет вылезти. Уже наша остановка. Пау-пау-пау. Батя возле здания. Кстати, это первый раз, когда Дамирка будет гулять по торговому центру. Ну вообще, да. Когда вообще никогда не гулял. Мы вообще сюда. Никуда не выбирались с ним. Ну, там на массаже это не считается. А вот чтобы мы прям гуляли там. Ну, я думаю, ему понравится. Решили вещи Дамира тоже сдать, потому что он уже взрослый мальчуган. Yeah. Гардероб. Все, теперь будем ехать. А по-моему, может, игрушку какую-то взять или ты взяла? Нет, не взяла, кстати. Полностью из Лего. Угу. Крутяк, да? Это магазин Лего. Да, магазин Лего. Сейчас мы, как всегда, сначала идем поесть. Да, кстати, мы с утра не кушали, поэтому мы идем поесть. Потом пойдем по магазинам,
за покупками. Что нам нужно было? Дамиру, расческа. Ну, сначала в Ашан пойдем. Потом нам нужен блендер. Это мы видим, наверное. Видео. Да. Вот здесь даже Wi-Fi зона есть. И зарядить телефон можно. Наконец-то прогресс дошел и до нас. А еще мы посмотрим для пикников наборчик. Столик, стульчики. Это моя мечта. Да, потому что начинается сезон. И нам очень необходимо это. А потом, как только мы его купим, я буду тебя мучить и говорить, пошли на шашлык. Кстати, у тебя такой график, что мы можем пойти в любой день на шашлык, даже в середине недели. Потому что сегодня мы идем сейчас перед моей дневной сменой. Так, и вот здесь такая зона отдыха. И мы идем. Так. Есть. Вот это все, это фастфуды. Все. Ну, я думаю, это типичный торговый центр. По факту. Ну, у нас в Украине, наверное, таких больших нет. Ну, может. Но все равно, ну, у вас также же есть островки с фастфудами. Везде нет. Давай KFC мой вон там. А, ну мы сначала идем до Наташиного KFC. Сюда пойдем? Да, потом. А еще есть разные штучки, вот эта крутая. Да? Лошадка. Я просто фанатею от декора, поэтому... Я говорю, мы сначала идем до Наташиного KFC, а потом до Бургер Кинга. Бургер Кинг ждет нас халява. За баллы спасибо. Кстати, кто из России, за баллы спасибо, можно рассчитываться в Бургер Кинге. Полностью, 100%. Боже мой, это из мха сделано, что ли? Гладь, лошадка все. Подожди. Мох, да? Боже. Настоящий. Он настоящий, как ты думаешь? Да, настоящий. Гладь, короче, вон еще коконы есть, в которых можно висеть. А, кстати, да. Куда очередь, наверное. Вредно идти. А вот KFC, здесь всегда есть очередь. Ну, даже хотела, кстати, похвастаться вам своим рюкзаком, да. Взяла специально, чтобы с Дамиркой вообще ездить в поликлинике, да, ну и куда-то на выезд, вот так вот, чтобы все документы, все, если что, нужно, пеленочки и прочее сложить. Да, да, очень удобно. Он очень красивый. Кстати, часто вижу в таком стиле сейчас всякие рюкзаки. Кому нравится рюкзаков, ставьте лайк, пишите в комментариях. Это модно, да? Цивилка с коляской. Что ты доволен? Твои крылышки, вот такие. Наташа любит а. шашлык, б. крылышки. Что еще? А я. Овощи, гриль. Все? Да, вот. Наташа хочет в кокон пойти, посидеть. Обратно. Хочешь себе такой кокон домой? Да, у нас вообще не останется места в квартире. Сколько, одной нам хватит картошки? Ну, большую, наверное. А, вот, две картошки деревенские, две кем-три. Вот так, да? Ну, можно. А чем они отличаются? Не знаю. Все можешь любить. Так, что по соусу? Кисло-сладкий. Все, поехали искать место. Дамиру взяли такую корону. Играс. А ты ему брошюру нашла тоже, да? Да, идем. Давай, Вань, иди. Поехали. Ты рулишь процессом. Очень крутые зоны, да, здесь есть? Вот это, да, прикольно. Давай да. Вот здесь красиво. А как мы будем тут кушать? Обычно. Подвинем, они типа? Двигаются. Я думаю, это не для этого или для этого? Наверное, нет. Хочешь, пошли в другую? Рождается король маленький. Ее меньше нельзя. Стой. Что нельзя сделать. Можно. А, можно ее еще меньше сделать. Это, наверное, не до такой степени маленькой. Подожди. Мама тебе корона делает, не видишь? Стой. Ты мой король. А ну, подожди, сын. Надо сфоткать его. Так, а ну, давай я буду фоткать. Да, я так с ухом прям. Опа. В общем, мы решили расположиться в таком уютном месте. Не знаю, можно ли тут есть. Ну мы попробуем, если нам никто не сделает замечание, значит можно. Да, мы аккуратненько, чистенько все сделаем. Так, у ребенка все. В общем, мы воспользовались баллами, спасибо, потому что мы подобрали 122 рубля всего. Да? Это у тебя крылышки? Да. Мы взяли крылышки острые, это мне.
Алло, Бургер Кинге большой, как? Это супер вопер какой-то там, лютый вопер. Лютый вопер острый, это с курицей, соусы, картошечка, все. И безлимитная пепси, сколько угодно можно наливать, мы сейчас покушаем, выпьем, еще раз нальем, пойдем. Наташа все предусмотрела и даже взяла зарядку с собой. И тут есть зоны с зарядками, поэтому мы сейчас вас поставим на зарядку, а будем кушать. Если ребятенка не выстроила, сидеть одного, да? Он захотел на ручку. Так отвлекается. Мама. Мама ест. Папа тоже сделал себе острый бургер. Очень острый. До сих пор печет все во рту. Сначала я поел родственникова, теперь Наташа. По очереди ребенка держим на руках, кушаем. Да. Так почему мы камеру взяли, сняли зарядки? Потому что нам только что ее чуть ли не растоптали дети. Мы тут проверяли еще штука. Тут посреди этих островков стоят дезинфекторы, мы вам покажем тоже. Тут вообще все продумано, так сделано. А вот эта вся мебель, это все стыки, все вставлено тут. Весь торговый центр. Икея, заботая люди. Товарищи из Икеи, вы скоро будете нам за рекламу деньги платить. А тем временем, пока мы ели, уже на сцене, вот там, где мы заряжали камеру, ставят колонки, значит, что-то будет. Да, пап? Да. Ну, это, походу, ребята будут просто сами что-то делать, выступать. Ты говорили с администрацией. Кстати, соседи, которые рядом с нами сидели, тоже за собой убрали. Потому что люди воспитанные. И обязательно за собой убирайте в торговых центрах. Самая большая моя проблема в том, что когда я прихожу в большие магазины, мне хочется взять все. Это моя боль и печаль. Ну что, начнем? Смотрите, какая крутая штука. Сушилка для зелени. Кладете зелень туда. Так как-то ее... Как-то ее нужно крутить. А, вот. И зелень сушится, прикиньте. Это чудо чудное, диво дивное. Ладно, на памяти мало. Это же тебе. Ну, не память, а... Это если бы я снимала, я бы вам показала всякие крутые штуки, но... Но снимаю я. Однако, здравствуйте. На наших каналах немножко контент расходится. От Наташиного контента немножко ко мне во влоге. Красивые. А вот все, смотри. Под нашу тему. А сейчас мы пойдем в рай, который бы понравился тёще. Это какой? Угадайте, посудой? Трёх раз. Сковородки? Нет. Какой? Это контейнеры. А, контейнеры. Так это и твой рай. Ты же с мамой. И здесь. Все-таки родственники. Ну, шарик. Ты в шоке, наверное, да? Где это мы? Скажи, да? Сколько тут всего интересного, да? Разноцветного. Хочется на все посмотреть. Да? Мне такая штука нужна. Наташе нужно все. Все нужно. Для чего она тебе нужна? Нужна друшлаг. Вот, смотри, вот такой. А нашего друшлака тебе не хватает? Это не такой. Это такая крутая штука. Из дерева. Летая. Кстати, хлебница. По тортике вот эта крутая штука. Куда вот это нам все складывать? Было бы вопрос. Была бы у нас большая квартира, то можно было бы. Потом покупай себе всячку. В смысле, вот торт, вот эта штука вообще нам нужна. А лед? Для льда у нас нет. Говорит Наташа, нужно покупать только нужное. Она говорит, так оно нужное все. Необходимое нужно покупать. Наташа говорит, оно нам катастрофически нужно. Да? Вот это, например, нужно же нам под горячее ставить. Вот такую штуку. Я видела такой лайфхак. Ну круто же. С коробочками такими. 100 рублей коробочка. Ну бери. Это вот это? Надо было взять. А? Это вот это она? Или нет? Да. Да? Наверное. Расскажи, для чего она.
Короче, вообще, это штука для того, чтобы переносить посуду. Ну, например, купили бы бокалы, чтобы вы их донесли до дома. Но я увидела лайфхак, что в эти штучки можно сложить, ну, например, химию всю. И раз, достали, там, или даже можно, не знаю, там, обувь, которая летняя, так поскладывать сюда и все. Так, она даже хочет меня, как всегда, заставить носить кепки. Она померить. Это... Сумки, смотри, какие крутые вот эти вот. Да, тебе камеру же нужно будет носить. Она мне большая. Да, я же. Ну, я понимаю, ты ее, да, расслабила. Скажите мне, не идут кепки, да? В комментариях напишите. Да, ты хочешь сказать опять, что мы ничего не выберем, то, что нам нужно, а выберем не одежду? Ну, да. Это тоже нормально. Это черная? Кстати, шорты тебе нужны будут. Во, вот она. Это то же самое. Ну, то же самое, только она цвет нормальный. У тебя просто есть бордовые шорты. А, ну, кстати, да, бордовые шорты круто было бы. Суперские вообще. Они просто обалденные. У меня ботинок уже 4 пары. Слава, не просто крутые. Я понимаю, у меня 4 пары ботинок. Что? Прям не еще. Вот и эти классные. Дешево. Что человеку для счастья нужно, да? Нам нужны вот такие коробки только для обуви. Обязательно. А где их, да? Вот как хочешь. Такую стоечку мы, короче, мне нужна вот эта встретили. Здорово вообще. Деревянная, которая вино ставится. Да. У нас. Продается? Ну, наверное. Это вот это. Спасибо, оформленная стойка. Я, кстати, раньше мечтал, чтобы у меня был не собственный частный дом, а чтобы я купил себе замок с винным погребом, чтобы у меня своя винная плантация была, выращивать виноград, делать вино. Вот это скоро у нас Пасха уже, да, нужно готовиться. И вот такая вот эта вот украинская. Ну, кстати, расписную можно, да, вот такую. Давай. А такую штуку не хочешь порисовать на яйце? У нас, правда, не очень получится это дело. Какую штуку нашел? Прикольно. Антистресс? Да. Яйцо. Ой, она такая приятная. Здоровская штука. Там типа желток внутри. Ну, возьми, попробуем. Какая смесь. Так, присыпочки. А у вас будут сливки клубничные или вот такие? Вот такие тут. Глазурь, глазурь. Я сами глазурь буду делать. Прикольная штука такая на подарок. Яйцо, чай. Корзинки, контейнеры, привлекает внимание. У нас, кстати, нет корзинки красивой. Тебе вот такую штуку купить тогда. Не колитесь, да? Видел кто-нибудь такой киндер? Напишите в комментарии. Крутая штука. Прям здоровый такой. Я, кстати, видел вроде вот такой, я он тут не видел здоровый. Вот этот я видел Макси. А это что? Киндер. Сюрприз какой? Ты видел такого, сын? Представляешь? Короче, история. Когда я работал на аттракционах виртуальной реальности, я людям говорил, спорим, ты не усоишь как бы на аттракционе, да? Ну, люди там падали, заваливались, и мне говорили, а хочешь попробовать на таком, да? Я на таком никогда не могу. Ой. Сынок, давай мы отъедем, наверное. Смотри, как папа падать будет. Они же как-то с острой промеси. Я видел девушку с коляской. Да ты рот
ровно должен встать, понимаешь? А ты хочешь попробовать? Давай, я попробую. Посмейся, посмейся, как жена падает. Давай. Давай, мать. Надо по центру встать. Ой, надо, чтобы он красным светился. По центру снова. Наташа, аж руки спотели. Ауч. Подожди, может, по другой стороне. Надо, чтобы он светился красным. На нем можно просто стоять, чтобы он не съехал. Ребятки, в общем, сегвеи, да, это не мое. Кто знает вообще, как на них кататься, правильно? Что я делаю не так? Что я делаю не так? Я уже раз 20 пробовал на них кататься, вот все, что я могу сделать на нем. Закружиться, заверсеться и упасть. Круто, такие стойкие сетки формируются. А, малышарик не хочет в коляске сидеть, поэтому как-то вот так вот мы ездим. Мама, не держись, эти безделушечки, а это альбомчики. Детки. Здорово. Подписывай, да, все можно. В общем, мы дошли до самого главного. Вещи для Дамира. Что ты уже взяла, покажи. Волшебница. Мама нудлс. Только это для импорта. Ой, ну для экспорта. Но все равно том-ямчик. Отлично. Это тайская лапша, которая в Таиланде продается. Том-ям. А сколько она? 84. Ни хрена себе. А где и маленькие пакетики? Нет. Да из-за картонной упаковки чисто такой. Вот я шел с целью сюда, что тут может быть том-ям. И я его нашел. Точнее, Наташа нашла. А вот еще есть такая штука. Мама нудлс. Что еще для довольной жизни человека нужно? Нашел, короче, сиафуд и том-ям. Вот. Будем Наташу тоже приучать к тайской еде. Упаковали наши коробочки. Все. Взяли упаковочку. Да? Что ты хотел сказать, если я хочу спросить, что это тебе или нет? Так что мы делаем? Идем по видео, потом в детский мир и домой. И здесь на палете продавали по 4200. Танцор. Полный набор. Ну не особо, я скажу вам честно, пошел.
Ладно, давай тогда возьмем тот, а лучше потом докупим вот эту чашу, если она мне нужна будет, и все остальное, да? Совершенно правильно, если нужна будет. Да. Верное замечание. Давайте нам тот вот этот. Берем. Все. Он, у нас еще баллы есть, так что мы за счет баллов возьмем. Доставать, что ли? Да. Похвастайся ты тоже. Это нам, а не мне только. Да. А что мне на нем делать? Только это за ребенку. Это надо похвастаться, что мы сделали. Да? Такой измельчитель. Батя идет так. С коробкой. Ну, Шарик, ты что, танцуешь? Да? Мама играется. В интернете поищем. Рисовано. Он так смотрит уже. Что он боится? Что это там? Что это там? Ты боялся, что ли? Ребята, сейчас мы пойдем посмотрим. В общем, мы зашли в комнату матери и ребенка. Будем менять памперс и Дамирчика нужно покормить. Если кстати, написано, уважаемые гости, вы можете взять бесплатные подгузники и подогреть бутылочку детского, ну, детской смеси на стойке информации, в общем. Какая здесь? Какое помещение? В общем, пеленальный столик. Наташа, Дамир, знакомьтесь. Ну и раковина, все такое. И толпа народа ждут, пока мы выйдем отсюда. Вот здесь, кстати, выдавливается автоматически мыло и автоматически выдает полотенце. Раз и провел, оно вышло. Не надо прикасаться ни к чему и прикасаться к чужим микробам. Вот, для Наташи это особенно важно. Ну и в принципе для любого, думаю, здравомыслящего человека. Кто укутался? Зальфия? Зальфия? Смотрите на этого малыша. Да, еще, кстати, тут есть крем для рук, унитаз для взрослого, для ребенка. Какая программа здесь? Танцуют, бьют барабаны, короче. Я думал, кто вызывает дождь в Питере или солнце, что они делают, да? Буду. А это детей обучают пить правильно. Ну как, играть в барабан. Чем мне еще нравится Burger King, то что там безлимитка, короче. Взял кружку, мы целый день ходим, наливаем Pepsi себе постоянно. На халявку. В общем, мы решили распечатать фото с Инстаграма на память себе. Вот, выбрали две фотографии. Сейчас оплатим и посмотрим, как они выглядят. Как полароид такой. Так, закончил печать. Ну, получилась вот такая штука. И вот. Слушай, ну прикольно. Здорово, да? Да. И качество хорошее. Что, вы тут собираетесь? Малыша, собираетесь. Да? Как одеть ребенка в экстремальных условиях, вот это? Кто там лежит? Придерживай его, чтобы он сейчас не повернулся. Я смотрю за ним. Вот так вот, как это все выглядит. Цыганский дом. Самое главное, Наташа, что купили коробки. Да, самое главное, коробки. Она теперь довольна. Все. Не, не хочет. На тебя, может, он на кадр поймал. В общем, ребятки, камера села, мы ничего дальше не успели записать, уже к нам приехала теща. Я собираюсь на работу, мне быстро нужно вообще бежать, уже выбегать. Поэтому всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Бородатый Папа. Пока-пока! Наташа и Дамирчик. И Наталья Романовна.